Семинар проходит в Сочи с 2008 года. Тогда в нем принимали участие около 500 человек. И это был не большой конгресс, а акушерский семинар. Сегодня это уже 4000 специалистов в разных областях, в том числе неонатологи и педиатры. Это медики из более чем 80 регионов России и 14 стран мира. Это абсолютно практическое мероприятие, которое создано для подъема уровня медицинской помощи и врачебной компетенции именно на территории России, то есть тех врачей, которые работают на российских территориях. Поэтому даже иностранные гости, мы им очень рады, но самоцели проводить мероприятия, допустим, международные, для нас в Сочи нет. Нам важно поднимать именно компетенцию российских врачей, работающих на российских территориях. В программе форума «Репродуктивный потенциал России» пленарные заседания, мастер-классы, клинические разборы и доклады от ведущих отечественных и зарубежных экспертов. Что касается репродуктивного потенциала Сочи, то город год от года бьет рекорды по рождаемости. Так, за последние полгода на курорте родилось более 4200 малышей. Это почти на 150 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ну а за 2017 в Сочи на свет появилось 8037 детей.